Всем привет! Купила вот такую вот колбасу в Сельпо. Называется фирма Ятрань, колбаса Братиславська. Сейчас буду пробовать и рассказывать, вкусная ли колбаса или нет. У меня на обзоре, кстати, была колбаса Ятрань, Ятранчик, которая называлась. Вот она была очень вкусная. Они, конечно, очень похожи и по весу, а по вкусу не знаю, сейчас буду пробовать. Шкурка вначале снимается неудобно, вместе с колбасой отрывается. Ну а дальше уже нормально. Вот так выглядят дольки колбаски. Ну вот такая вот она мягкая. Колбаса обычная, как салями. Получается, стоит 90 гривен за 430 грамм колбасы. Взяла ее на салат, буду делать салатик с сухариками свой любимый. У меня есть, называется «Красный дракон», кому интересно. Можете посмотреть у меня на канале рецепт очень вкусного салатика. Так, сейчас попробую и скажу. Ну что могу сказать, колбаса вкусная, но ятранчик, который ранее в Walmart я покупала, была намного вкуснее. Но тут есть вот одно маленькое чудо, которое только что просилось. Сейчас оценим главного гурмана. Если ест и съест, значит, кушать можно. Понравилось, да? Ну, говорит, нравится. Значит, покупать можно. Но все же, если вы увидите колбасу Ятранчик, которая будет называться, а это называется Братиславська, то советую лучше взять ту колбаску. Всем спасибо за обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!